Сегодня в Южном Бутово Сабантуй собрал дружный хоровод разных народов, национальностей и культур. Только в нашем районе живут целых 20 разных национальностей. И я скажу тебе, что они прекрасно друг с другом соседствуют. Сегодня с праздником приехали нас поздравить артисты из школы кавказских и закавказских танцев высших гор с гордым грузинским танцем. Встречайте! Я тоже.
Yeah.
такие зажигательные девчонки только что выступили перед вами. Друзья, сегодня я хочу познакомить вас с новым стилем танца. Вы что-нибудь слышали про трайбл? Нет. Это танцевальное направление пришло к нам с Востока. Оно сложилось на слиянии самых колоритных культур мира. Этот танец берет свое вдохновение из фольклора, музыки и этники. Встречайте, Анастасия Минашкина, трайбл! Да, сейчас что-то интересное. Техника устала работать, кажется. Давайте еще поаплодируем, друзья мои, Анастасия Минашкина. Понравится, будет висеть всю жизнь.
что, все? Ты что хочешь? На, снимай. Минок. На. А ты чем? Не плечи, вот эти места. Давайте еще раз встретим громкими аплодисментами школу кавказских и закавказских танцев «Выше гор» под руководством художественного руководителя, постановщика танцев Атаевой Наиды Махмудовны. Танец «Рачули». Друзья. Thank you.
Клопы. Клопы. Все артисты сегодня заряжают нас бешеной энергетикой. Но ребята, которые сейчас выйдут на сцену, мне хочется танцевать вместе с ними. И расскажу вам по секрету, там есть один парень, который покорил мое сердце. Приглашаю на виз школы индийского танца Devi Dance с танцем Аджики Пати. Все, нет? Еще, слушай.
Пойдем гулять еще. Национальная культура всех народов очень богата. Все обычаи и традиции, как правило, передаются через поколение в поколение. Но особенно высоко ценятся семейные традиции. В России даже есть праздник, который посвящен семье, любви и верности. День памяти святых Петра и Февронии, покровителей семьи и брака. И, кстати, по счастливой случайности, этот праздник пришелся именно на сегодняшний день. Поздравляем всех с этим праздником. Прокат! Такие общие праздники, да? Давайте будем всегда любить. Тут еще кофе. Андрюша, кофе, кажется. Фильм номер. Стоп.